поедем домой. Почему? Потому что все будет хорошо. И мы хотим домой. Нужно работать, помогать стране. Возвращаемся. Ну, вообще мы везем продукты, своим продукты, волонтерам хотим передать. То есть мы сняли квартиру в Кишиневе, я не знаю, будем мы там жить или здесь, пока непонятно. Мы на время сняли и хотим переждать, как бы. Ну и пока услышали, что у нас цены подняли и так далее, хотим завести продукты, хотим передать волонтерам, пока там была возможность закупить, как бы. Хотим отвезти, пока еще плюс-минус можно проехать, можно это вот как бы вернуться. И на какое-то время, я думаю, пока там, а дальше будем смотреть. Дети в Кишиневе у родственников, а муж находится в Одессе. И я езжу. То к ним, кто к ним. Останетесь там или вы вернетесь обратно? Я побуду немножко там, потом опять поеду к детям и потом опять вернусь в Одессу. Надеюсь, что скоро война закончится и мы все вернемся в Одессу. У меня был бизнес там. Где что еще есть? Удачи вам.